почему, ну, его даже тут видно, ну, скажем так, на рынке такого томата нет. Если ищет ранний томат, эксклюзивный, то Дина так раз тот томат, который можно смело предлагать, который всего лишь за 2 года в таких странах, как Беларусь и Польша, вышел в лидирующие позиции. Заметьте, Беларусь, где очень северный край. Ну, да, конечно, на Россию выбирают, скорее всего. Вот, значит, особенность этого томата. Ну, если сравнивать даже там на ранее, там, АСФО, да, то есть хороший томат, они выйдут в сроки примерно одинаково. Ну, просто мы для примера берем контроль. Но вы видите даже здесь банки. Это моя супруга мне помогала, готовила семена на семена. Крупная сливка. Весной готов, летом готовил. Я ж это самое, я смотрел заранее, да. Вот, то есть интересная у нее форма. То есть салатная сливка с хвостика. Ее можно рвать и с хвостиком, и без хвостика. То есть как в зависимости от клиента. У меня и были, кому надо было с хвостом и без. Значит, в этом году наряду с Суперновой, у нас вышел в одни сроки, мы его начали сдавать по 15 гривен. Это спорь. Вот. И даже если сравнивать там, с ближайшими конкурентами, он интересен фермеру в плане выборки. Что я имею в виду? Одно дело, когда ты за час пройдешься, нарвешь, там, грубо говоря, 10 ведер томата, а другое дело, когда ты за этот же час нарвешь 15 ведер. То есть за счет того, что он крупный, и он даже тут, да, посмотрим, даже его тут. Да. Вот он. То есть куст, тут реально куст улеплен этими помидорами, как новогодняя елка. Вот. Корень у него, ну, реально мощнейший, я вам скажу, это выращивался томат при минимальной агротехнике. Тоже если кто, у кого есть дома огород, вот, рекомендую, киньте там 5 семян, увидите, ну, как бы, салат изумительный, очень вкусный томат. Мария уже спрашивала, какой классный томат. Вот, и вы видите, он форму держит. То есть от самых верхних кистей и до самых нижних он отлично держит форму. Поэтому если человек ищет в этом сезоне ранний томат, можно смело рекомендовать. Мелкую сливку, крупную, как раз это. Ну да, то есть у него плюс то, что он выходит в сроки с мелкой сливкой, а на рынке как бы крупной сливки в это время еще нет. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.